Работа полиции в первом полугодии оказалась успешной. Итоги подвели сотрудники окружного ОМВД. Отдельно отметили работу розыскного убойного отдела уголовного розыска Галицинского и Кубинского отделов полиции, которые показали высокие результаты. Конечно, не обошлось и без недочетов. В следственном отделе практически не осталось выявленных преступлений компетенции БЭПа. И есть часть отделов полиции, которые не приносят материала. Не стесняйтесь, пожалуйста, мы не кусаемся, но с удовольствием будем расследовать уголовные дела и направлять. Хотелось бы нацелить ваших сотрудников на еще большее выявление. По словам заместителя главы муниципалитета Максима Шерманова, полиция успешно справилась с обеспечением безопасности граждан во время массовых мероприятий. По массовым мероприятиям очень кратко достойно провели и 9 мая, спасибо огромное всему личному составу, Рождество Христово, крещенские купания. Все у нас прошло без сучка, без задоринки. Улучшение качества работы дежурных частей отметил секретарь общественного совета при ОМВД России по Одинцовскому округу. Это улучшение гарантирует, видимо, возможности, которые есть, они были скрыты, как бы идти с опережением, наверное, на более близкие контакты с населением, особенно с подрастающим поколением, с молодежью. Отличившихся на службе сотрудников полиции благодарственными письмами и грамотами наградил новый начальник окружного ОМВД. Напомним, что руководство полиции недавно претерпело изменения. Возглавил управление полковник внутренней службы Игорь Лопатин. Планку будут держать. Впереди много задач. Главное – обеспечить безопасность гражданам. Эмилия Рыклян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».